У гусара всегда есть время на интрижку. Я влюбчивый, но я быстро трезвею, прихожу в себя. Вам нечего сказать тому, кто вам нравится? Мне вас жаль. Большая ответственность лежит на том, кто старше и опытнее. Люди иногда не понимают друг друга с разницей в 2-3 года, потому что они не стремятся понимать. Влюбленность – это взрыв, это абсолютно несравнимый ни с чем разряд, который происходит с тобой, и никакие инструкции здесь не работают. Когда ты маленький, влюбляешься, то ты ясно понимаешь, что это. Когда ты взрослый, ты ничего не понимаешь.